Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Приглашаю вас завтра, в среду, на мастер-класс по нашей с вами декоративной живописи. Возьмите, пожалуйста, с собой, для того, чтобы нам сократить время занятий по интернету, да? Возьмите, подготовьте, пожалуйста, сразу холст на подрамнике. Холст должен быть загрунтованный, уже готовый к работе. Он обычно белого цвета, если он загрунтован. Покройте его, пожалуйста, синей краской, светло-синими пятнами, темно-синими пятнами. Это обычная акриловая краска. Просто возьмите и покройте хаотично, рандомно. Синий, темный, светлый. Вот такие вот сделайте пятна, заливку. И пусть он у нас подсохнет. Подготовьте его сегодня, чтобы к завтрашнему дню он у нас уже высох. Краски обычные, акриловые. Я использовала кисть обычная, синтетическая. Щетина подойдет, синтетика, любой, какой вам удобно. И также подготовьте, пожалуйста, акриловые маркеры. Вот так вот они называются, акриловые маркеры. Нам понадобится, поскольку у нас фон темный, нам понадобятся светлые маркеры. Белый, может быть, светло-желтый, светло-зеленый. Но, скорее всего, мы будем с вами работать белым маркером. И завтра я вам покажу очень простую, очень интересную технику, которая замечательно смотрится и к которой вы можете все, не имея даже опыта, спокойно освоить и сделать эту картину для себя. Я специально подбираю такие несложные техники, мастер-классы, чтобы мог любой человек с нами поучаствовать в наших уроках по живописи, в нашем марафоне по живописи. Все, всех жду завтра. До встречи в 8 утра по нашему канадскому времени. Подсчитывайте, сколько в ваших городах будет из-за разницы во времени. Обязательно посмотрите, посчитайте. Я попробую написать в конце под видео в описании. Попробую тоже посчитать и написать, сколько времени будет в ваших городах. Все, до встречи, до завтра.